Я вот специально не стал долгую речь говорить, презентационную, да, потому что вы нам настолько близки. Во-первых, вы здесь с нами в нашей республике, будучи известным человеком, да, по всей России. Во-вторых, вы нам близки именно медийно, что для нас очень важно. Я хотел бы это подчеркнуть в начале нашей встречи, мастер-класса. Иногда задают вопрос, как так вот заслуженный артист, да, и вдруг на встречу с журналистами, какой там может быть мастер-класс. Но именно медиа-успех и сотрудничество, взаимодействие с медиа-средой, фактически вы наш коллега сегодня стали, потому что и большой всероссийский успех пришел через проект «Голос» в начале. Дальше очень много, да, мы видим и наблюдаем, как вы работаете в социальном сообществе, в социальном пространстве, в социальных сетях, какие проводите, в каких акциях, в том числе медийных, участвуете, и благотворительных, общественно значимых. Вы стали киноактрисой, вы работаете на радио, то есть вы фактически сегодня наш коллега, еще и умеющий хорошо петь. Вот так мы будем это позиционировать, поэтому все, что вы знаете об этом успехе, все, чем можете сегодня поделиться, и все, что интересно сегодняшним вашим слушателям, мы будем с радостью внимать, и на сём я передаю вам слово, и надеюсь, что у нас будет очень содержательный мастер-класс. Еще раз аплодисменты. А тут телефон мне уже подарили, да? Добрый день, дорогие друзья. Я, правда, очень рада быть сегодня с вами в этот обеденный морозный осенний день. Я, честно вам скажу, я волновалась. И до сих пор еще волнуюсь. Но, надеюсь, наш обмен энергиями поможет мне с этим справиться. Я начну болтать. Медиапространство, да, конечно, это отдельная, наверное, даже планета, я бы сказала, без которой сейчас не может существовать, ну, практически ни один человек. Что касается людей, которые занимаются музыкой, творчеством, это необходимо как глоток свежего воздуха, потому что мы, артисты, не можем существовать без вас, без этого медиапространства, без людей, которые создают этот мир, благодаря которому о нас узнают. Да, у нас есть определенные рычаги, это те же самые социальные сети, Инстаграм, вообще просто площадка, которая стала и рекламой, и продажей, и вообще всем, чем угодно. Причем она бесплатная. И ею может воспользоваться каждый человек. И мы видим, как сейчас любой человек может стать медийным. Человека, которого будут приглашать на различные кинопремьеры. Если раньше это было доступно не каждому артисту, то сейчас любой блогер, обычный человек, может спокойно быть в ряду селебрити. И этого человека будут приглашать на рекламы, будут приглашать сниматься в кино. Сейчас я это вижу, ну, практически, наверное, каждый день. В моей жизни, да, произошел проект «Голос», благодаря которому начался новый виток в моей жизни, и осознанности не было на 100%, что же это такое и вообще, что такое Первый канал. Первый канал, конечно, это глыба. Это тот локомотив, благодаря которому открываются новые горизонты, благодаря которому о тебе узнают люди с разных уголков страны, мира. И это такая поддержка, что говорить о прямых эфирах, которые, во-первых, сплочают всех людей, они начинают планировать, что ага, в 21:30 у нас прямой эфир, и значит, я буду смотреть этот канал и болеть, а может быть и не болеть, но просто даже смотреть, что же происходит. И огромное количество внимания ко мне, как к творческой единице, к тому, что я делаю, появилось, естественно, благодаря «Голосу». Потому что до этого, да, я училась в консерватории, да, у меня была активная творческая жизнь, но не было такого масштаба. Этот масштаб появился как раз-таки благодаря Первому каналу, благодаря журналистам, которые писали об этом проекте. И, наверное,
без этого, да не, наверное, это 100%, без этого не было бы того, что я сейчас имею. Это, во-первых, возможность показать свой багаж, материал творческий всему миру. Благодаря интернет-пространству сейчас можно спокойно закачивать свои песни, клипы, и об этом будут знать все. Опять-таки, благодаря Первому каналу появился интерес у ряда других структур. Это и кино, это и радио, это и реклама, это и какие-то социальные проекты. То есть появилось активное внимание вообще ко всем участникам, которые участвуют в телепроекте «Голос». И, конечно же, без «Голоса», наверное, не было бы того, что случилось сейчас в моей жизни. Я снялась в сериале для Первого канала, называется «Золотая Орда». В одной из главных ролей. Для меня это большое счастье, для меня это мечта, которая воплотилась в жизнь. И без поддержки журналистов, без их внимания нету и жизни для артиста, для актера, для певца, для музыканта, вообще для всего. А что же происходило, допустим, если открыть завесу тайны на «Голосе»? Я не буду вам говорить о том, что были какие-то перипетии или склоки между артистами. Честно вам скажу, на Первом «Голосе» такого не было. Во-первых, Первый «Голос» – это был своего рода экспериментальный проект, потому что ни канал, ни наставники, ни сами участники не знали, чего же ждать от этого проекта. Но Первый канал рискнул, и Первый канал выиграл. Он пошел ва-банк, и сейчас мы видим уже, что проходит 6-й сезон «Голоса», и рейтинги в любом случае растут. Как бы не говорили, что «ой, ну, наверное, уже не то». Но есть такой момент, когда люди у нас очень избалованы стали вообще информацией. И каждый день хочется что-то новое, каждый день. То есть то, что было вчера, уже неинтересно сегодня. Я считаю, что нужно для того, чтобы быть в ногу со временем, нужно опережать это время. Нужно думать наперед. И, естественно, артист становится своего рода сам для себя и пиарщиком, и директором, и стратегом, потому что не прорабатывая все эти механизмы, сейчас очень трудно удержаться на плаву. И чтобы закрепить успех, это нужно каждый день работать, каждый день взаимодействовать со всеми структурами. Меня немножко унесло, я буду возвращаться снова. Вот по поводу проекта «Голос». Первый момент, когда я поняла, что что-то произошло масштабное, это, конечно же, после того, как прошло слепое прослушивание. Мне никогда в жизни столько людей не писало сообщений. Вот никогда. Я никогда не видела к моей персоне столько внимания. Я уж не говорю о том, что появилось огромное количество родственников, о которых я и не знала. Да и по сей день я даже и не знаю, как они выглядят, но они есть. И все об этом говорят. И я начинаю узнавать в различных газетах, журналах, в интернет-порталах, что я родом оттуда. У меня появился золотой унитаз. Что, ну, короче, началась такая бурная жизнь. Только от трех минут на Первом канале. 3 минуты в прайм-тайм на Первом канале. У меня аж мурашки сейчас идут. Дали такой резонанс. Это огромная работа, это огромный механизм. Это администраторы, это режиссеры, это помощники режиссеров. Это столько людей, которые работают над тем, чтобы вот эти 3 минуты состоялось. Насколько четко работают модераторы, насколько, и самое главное, насколько эти люди любят свою работу. Без любви к этой работе невозможно достичь таких результатов. Я думаю, что каждый из вас тоже чувствовал, что если душа не лежит к этому, ну, даже, ну, не знаю, к письму,
может, кому-то проще говорить, да, брать интервью, а кто-то за вас пишет. Если у вас душа не лежит к этому, как бы вы ни нарабатывали свой профессионализм, все равно есть момент, когда ты, даже давая интервью, я читаю определенную статью, чувствую, что угу, этот журналист меня прочувствовал. А вот здесь как-то все сухо и очень информативно. А ведь главное в нашей профессии и у журналистов, и у артистов заинтересовать зрителя, заинтересовать читателя, чтобы ему было интересно. А в нашем современном мире, чтобы человеку было интересно, ох, как нужно долго и много работать. Даже когда ты пишешь определенный пост в Инстаграме, ты должен прорабатывать определенную схему. Благо дело, сейчас у меня как бы появилась команда, и у меня есть пиарщик и директор, который помогает мне с этим, который знает определенные законы. И без этого нету вот этого крючочка, который соединяет меня с внешним миром. Что бы я еще хотела сказать? Может быть, как-то вы мне поможете, чтобы я более полный. Ребят, у кого есть вопросы, вы периодически показываете. Ну, может быть, сразу захватите нынешний опыт еще и радио тоже. Да. По поводу радио. Это был очень интересный эксперимент в моей жизни. Мне всегда нравилось общаться. Я, в принципе, ну, благодаря тому, что постоянно участвовала в каких-то конкурсах, вот этот барьер между зрителем, он потихонечку начал пропадать. Естественно, я волнуюсь, всегда волнуюсь. Сердце колотится, у меня ладошки потеют. Но потом, когда ты переступаешь вот этот порог сцены, тебя захватывает какой-то адреналин, и все начинает бурлить, и эмоции тебя переполняют, ты ими можешь делиться. Но когда я пришла на студию BIM Radio, я поняла, что это вообще другой мир. Я не вижу этих зрителей, я не могу с ними взаимодействовать. То есть я отдаю себя, а вот этого обмена с другой стороны его нету. Я думаю, то есть вот этой активности, которая у меня была на сцене, она напрочь пропала. Я поняла, что здесь работают совершенно другие механизмы. Как мы готовились к программе? Ну, во-первых, у нас была такая юмористическая программа, где мы обсуждали новости какие-то и искали, может быть, даже какие-то совершенно ненормальные вещи. Допустим, была программа по поводу пластических операций. И мы нашли столько информации по тому, как можно увеличить какую-то конечность, присобачить себе что-то. Сейчас есть все. И готовились мы на первую передачу, мы готовились практически 2 недели, чтобы сделать часовую программу. 2 недели. Мы собирались каждый день. Но потом, когда мы поняли, что все-таки нужно с умом подходить, не обязательно 24 часа в сутки работать, чтобы что-то получилось. Нужно работать по КПД. И уже к концу других передач мы собирались буквально там за день, за два, определяли для себя, какие интересные новости у нас происходят в Татарстане, чем сейчас живет молодежь и вообще люди в Казани. Прорабатывали какие-то интересные конкурсы. И вот началась интересная жизнь именно в сфере радио. Я скучаю по этому времени, честно. Я подсела на это. И сейчас мы ищем какие-то ходы и выходы, возможно, в Москве поработать как радиоведущий. Но это тоже, конечно, очень большой труд. И всем, кто здесь сидит и вообще, кто учится на журфаке и кто хочет связать свою жизнь именно с радио, и желаю вам удачи. Это интересный мир, который каждый день обрастает новыми слушателями, и у которого совершенно другие возможности. Поэтому удачи вам и новых свершений на этом поприще. Продолжая чуть-чуть тему, в кино, наверное, та же проблема, да? Ведь там тоже нет зрителя.
Там есть камера и грубый режиссер, который все время что-то кричит про дубли, да? Да, мы буквально за 5 минут до того, как выйти к вам, обсуждали такую интересную вещь, как, ну, вообще взаимодействие. Если ты стоишь на сцене, и у тебя есть за спиной твои музыканты, оркестр, зрители, дирижер, происходит вот эта вот магия бесценная, которая оставляет след на долгие-долгие годы. В кино мой первый съемочный день, я его никогда не забуду. Я готовилась полгода. Я прорабатывала каждую сцену с прекрасным педагогом, с прекрасным актером Дмитрием Колясиным. Он меня готовил к этому. И вот мой первый съемочный день. Мне после этого дня, честно, мне хотелось разрыдаться, напиться в зюзю, простите. Потому что мне казалось, что все не то. Вот вообще, я ничего не умею, я ничего не могу. Все полгода, которые я прорабатывала роль, просто вот щелчком куда-то испарились. Но я человек очень критичный, и мне всегда нужно... Ну, точнее, мы так привыкли, наша система образования, мы всегда ждем, что отлично, хорошо, удовлетворительно, вот над этим надо поработать. Здесь совершенно все по-другому. И даже на радио есть редактора, которые тебя, ну, как-то ведут, да, направляют, которые дают тебе советы, которые делают работу над ошибками. Здесь ты предоставлен сам себе. У режиссера есть четкая задача, у оператора есть четкая задача, у реквизиторов, у гримеров, у костюмеров, у всего этого огромного завода у каждого есть своя задача. И вот у меня, как у артиста, была задача плакать на протяжении 10 дублей, когда нету с тобой рядом оппонента, потому что у него нет сегодня смены. А перед тобой стоит вот эта пенка, ну, то есть это светоотражающая штука, да. И ты вот набрал эти эмоции, ты готов, уже хлопушка сделала свое дело, дубль пошел, ты начинаешь говорить слова, ты начинаешь плакать, и тут второй оператор говорит: «Слушай, Санек, у нас это, батарея села, давай поменяем». У меня вот было точно такое же состояние. Я не поняла. Хорошо, я собралась еще раз. В этот момент кто-то смеется, кто-то пьет чай, кто-то жует печеньки. У всех своя жизнь. И ты, в принципе, никому не нужен в этот момент. Ты нужен только режиссеру, чтобы выполнить определенную задачу. И у меня было этих дублей, ну, 7 точно. И вот постоянно что-то менялось, то горелка там потухла, то я вспотела, подбегает быстренько гример. И это такой труд, ребята. Это... Да, я мечтала об этом. Но когда ты начинаешь с головой окунаться в работу, в любую работу, и хочешь, чтобы это было по-настоящему, чтобы не были технические слезы. Да, могут подойти гримеры, сделать тебе глицерином слезки, и вот на экране появятся слезы. Но это будет неправда. Я могу вам сказать, что я даже согласилась на то, чтобы по сценарию моя героиня Зейнеп, она болеет чумой. И ее остригают. И меня должны были остричь. И я согласилась. Стригли вас? Меня не остриг, но я согласилась. То есть я объясню, почему. Для того, чтобы жить, ну, так скажем, вечно, да, чтобы твое творчество, чтобы твое искусство, чтобы ты оставался в этом, ну, на века. Вот если раньше рыцари мечтали о том, чтобы о них слагали песни. Если, допустим, Папа Римский мечтал оставить след о себе и просил Микеланджело Сикстинскую капеллу разрисовать потолок именно сюжетами из Евангелия, то здесь я поняла, что а иначе не может быть.
Либо ты полностью уходишь в это, либо лучше этим не заниматься вообще. Это потому что это настоящие эмоции. Вы представляете, я сидела, я долго думала, неделями. Потом приняла решение, маме сказала, говорю, мам, если что, ты знай, что, возможно, на какой-то период у меня будет смена имиджа. Естественно, у мам волосы дыбом, у брата волосы дыбом. Папе я не успела сказать, потому что для папы волосы – это вообще святое. Он с детства не разрешал стричь их. Вот, но это даже это ни в коем случае не жертва. Какая может быть жертва? Это вклад в то киноискусство для того, чтобы зритель смотрел, и он плакал. Чтобы у зрителя наконец-то ёкнуло сердце. Возможно, человеку захотелось что-то поменять в своей жизни. Вот, мне кажется, это очень ценно и очень важно в нашем современном мире. Спасибо, ребята. Есть вопросы в зале? Третий курс, молчим все, прониклись. Вы что? Ну? Ба, пожалуйста, у тебя свой микрофон, даже задавай. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Аделина. Я студентка второго курса направления телевидения. И меня интересует вопрос, почему волосы в итоге не отстригли? Не отстригли, потому что нашли другой выход. Попроще. Просто меня замотали платком льняным. Спасибо. Так, следующий вопрос у нас, пожалуйста, передай микрофон. Эльмира, добрый день. Меня зовут Кристина. Хотела уточнить, вот судя по вашему инстаграму, у вас был такой достаточно большой вояж в Европу, в том числе с Эльмиром Низамовым, да? Вот как в Берлине прошел концерт, и насколько, на ваш взгляд, европейской публике интересна татарская музыка? Вот интересно, что вы там исполняли? Была ли там тоже татарская музыка? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, у нас был небольшой тур по Европе. Посчастливилось быть в Германии. Я впервые была в Берлине. У нас проходил концерт большой в рамках молодежного форума. Все это организовало такое сообщество, как Аргамак, возможно, вы слышали. Это татары, которые живут вообще в Европе и создают такие сообщества для того, чтобы объединяться, для того, чтобы не забывать свой язык, культуру, историю. И все это подкреплялось нашим прекрасным концертом, который прошел в Русском доме. Мы привезли с Эльмиром свою программу. Это были песни, написанные им самим, во-первых. Это была татарская классика Рустем Яхин. Я также исполнила и русскую народную песню, и классику Бородина «Улетай на крыльях ветра». И вы знаете, мы сделали такой эксперимент с Эльмиром. У него есть песня «Бялюр Шаклар», называется «Серебряные росинки». И в ходе репетиции мы поняли, что эта гармония очень хорошо ложится с песней Майкла Джексона. «Песня земли», возможно, вы знаете ее. А потом поняли, что эта же гармония хорошо ложится на татарскую народную песню «Кырфыклярың синің неге қара». И мы решили предоставить это на суд европейскому зрителю. Я таких аплодисментов не слышала еще, ну, я очень давно. Во-первых, европейская публика, она немножечко, она специфична. Да, есть наши люди, татары, которые очень соскучились по татарской музыке, по вообще живому общению с музыкантами, с артистами. Но и были люди, которые, коренные немцы, б, совершенно не знают, что такое татарская музыка. Но когда ко мне подходили люди и говорили, что у них шли мурашки, когда мы пели татарскую музыку, я считаю, что это прорыв. Потому что очень многие стараются подражать европейским музыкантам, российским и так далее, забывая о том, что у нас мы индивидуальны. Сейчас можно быть известным и нужным этому миру, только если ты индивидуален, только если ты знаешь, кто ты есть на самом деле. Когда ты не изменяешь своим принципам, своим мыслям, своим желаниям, и тогда люди заинтересовываются тобой,
и начинают... Ко мне подходили немцы и спрашивали, а где можно вашу музыку послушать, на каком сайте, возможно, у вас есть диски. Люди, которые не то чтобы русскую культуру не знают, они не... Татарская культура – это вообще... Ну, для них что-то как неопознанный объект. И эти люди после этого концерта хотели приобрести диски. Ну, у нас сейчас есть все в цифре, так что мне очень понравилось, и мне очень отрадно, что наша музыка, наша культура вызывает такой интерес. И самое главное, что выступающие на этой сцене очень гордятся тем, что они из Татарстана, что они татары, и нисколько не стыдятся петь татарскую музыку. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, сейчас. Здравствуйте, Вячеслав Иванчук, третий курс телевидения. Вы говорите, что очень много в медиасфере, так скажем, вертитесь. Любите, наверное, журналистов, но явно были какие-то курьезные случаи. Расскажите о них. Возможно, это нам станет каким-то уроком, чтобы мы такое не повторяли в своей профессиональной деятельности. Прям начните. Вот, любите ли вы журналистов? Да? Мне кажется, он уже ответил на этот вопрос, что я люблю журналистов. Вообще, я люблю людей. И я с большим уважением отношусь к вашей профессии. Я хочу повториться, но это правда, что без вас не будет нас, а без нас не будет вас. Мы нужны друг другу, мы должны дружить. И могу вам рассказать в дополнение к вашему вопросу, как ответ, мой недавний опыт. Я была на радиостанции «Москва-ФМ», и ведущая работает там Алена Апина. Ну, во-первых, для меня это изначально певица. Человек, кстати, который закончил консерваторию. Человек, который очень круто поет вживую. И когда я пришла на эфир, я думала, ну, сейчас будет все как обычно, по стандартной схеме. Она исписала пол тетради. Она подготовилась к этому эфиру так, как не готовился ни один еще журналист. Вот честно вам скажу. И у нее были такие интересные моменты, что она от одной моей жизненной ситуации, допустим, я в детстве очень любила песню про Умку. Она сделала такой ликбез к композитору Крылатову. Мы вспомнили столько песен. Потом, то есть все очень логично перетекало от одной информации к другой. И я поняла, что самое главное – это профессионализм. Самое главное, чтобы у нас, как у артистов и у журналистов, был вот этот контакт. Если вы ведь должны быть просто гениальнейшими психологами. Для того, чтобы завязался разговор, для того, чтобы получить нужную вам информацию, вы должны ввести нас в такое заблуждение, что нам нравится говорить, но мы вам начинаем рассказывать какие-то секреты, эксклюзивная информация. Но был один момент, когда ко мне подошла девушка, начала спрашивать по поводу моего творческого пути и так далее. И вдруг она задает очень странный вопрос. А с кем вы живете? Это очевидный вопрос от журналиста. Да. Очевидный, но в этот момент я закрылась. Я прям поставила блок, потому что это настолько мое личное интимное пространство, что был настолько некорректно задан вопрос, что мне... Я не захотела больше ни о чем говорить, хотя я очень люблю поболтать. Иногда просто срабатывают эти ловушки, поэтому в вашем случае вы не попались. Это хорошо, уже опыт. Кстати, вот тоже продолжая тему. Сколько живете, да? Нет. А были такие случаи, что папарацци, вот, например, ну вы же звезда. Давайте уже откровенно. Очень скромная, но тем не менее. Вы по своим ощущениям. Были люди, которые целенаправленно за вами, ну вот так вот, в кафешку с девочками не сходить, там, я не знаю, на маникюр не забежать. Хоп, так уже везде. А нынче же папарацци могут быть. Был даже один журналист, гениальная девушка, вот гениальная. Она познакомилась с моим двоюродным братом. Она его охмурила. И он мне пишет: «Эльмирапа, я иду на свидание». Весь он такой вдохновленный. Я говорю: «А с кем?» «Вот, представляешь, журналистка такого-то, т-т-т-т-т». Я говорю: «Стоп».
Я говорю, вот это место поподробнее. Я говорю, изначально ты должен понимать, что она журналист. И журналист очень каверзной газеты. Он такой, да? А я даже, говорит, ты не подумал. А я, говорит, ей начал фотки высылать. И я говорю, со мной? Он такой, да, Эльмира Апа. Я говорю, спасибо тебе большое. Благо дела нет никакого. Ну, вы понимаете, да, насколько бывает иногда у людей такой коварный стратегический план для того, чтобы информацию получить. Но я могу сказать браво этой журналистке. Она молодец. Похлопаем нашу. Был момент, когда... Сейчас это очень смешно, правда. Я ехала. Был Кубок Конфедерации, и не было билетов на самолет, и мне купили билеты... Не купили даже там послам, бесплатно дают проезд. Казань-Москва. Только не говорите плацкарт. Плацкарт? Нет, СВ. И вот, значит, утро. Я умылась. Ко мне заходит в купе женщина. И просто начинает фотографировать. Я не поняла просто. Я говорю, здравствуйте, доброе утро. Она говорит, а я просто обстановку фотографирую. Я, значит, со скандибобером в майке, в тапочках, в лосинах. Я понимаю интерес, безусловно, но это можно сделать немножечко иначе. Можно просто поговорить. Но это же личное пространство. И потом вот выходят такие интересные заголовки. Допустим, был хороший заголовок, как Константин Хабенский сделал предложение Эльмире Калимуллиной. О, ну вообще прекрасно. Ну это хорошая статья для того, чтобы привлечь внимание, безусловно. Но люди ведь не читают, понимаете? Они читают только заголовок, потом начинают звонить родителям и говорят, Эльмира замуж выходит за Хабенского. А там совершенно другая информация о том, что я участвую в музыкальном спектакле «Поколение Маугли». Или, допустим, был у меня момент, когда я работала в своем заведении официанткой. Ой, папа у меня бедно перепугался, ему столько родственников перезвонил. У Эльмиры все плохо, да? Она же официантку устроилась. Он говорит, да все хорошо, все нормально. Ну вот, то есть есть какие-то моменты такие интересные, забавные случаи. Это вам на заметку. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, у нас вот есть коллега. Здравствуйте, меня зовут Айсулу. Эльмира, скажите, пожалуйста, кто сегодня главный человек в вашей жизни? Хорошего. Аплодируем. Я, во-первых, не могу однозначно ответить на этот вопрос, потому что в моей жизни самая главная любовь. А любовь, которая живет в моем сердце, она и женская, это любовь и как ребенка, это любовь к музыке, это любовь к жизни. Вот это самое главное, что есть в моей жизни, любовь. И здорово, что все, что меня окружает, все люди, которые рядом, любят меня и поддерживают. Так, вопросы? Добрый день. Марина Вахрушева, второй курс, направление телевидения. Мне бы хотелось узнать, когда выйдет в прокат фильм, в съемках которого вы приняли участие? Съемки... О, Господи. В прокат «Золотая Орда» выходит весной 2018 года. Полгода проходили съемки. Сейчас закончен монтаж, и, насколько я знаю, сейчас работают уже графики, которые рисуют спецэффекты и так далее. Так что в конце февраля, дай бог, выйдет сериал. Ура! Спасибо. Вопросы? Студент, вы что такие запомнили? Пожалуйста. Вы готовы были подстричься, работали официанткой в своем заведении. А есть что-нибудь такое, на что вы никогда не согласитесь? Ну, если долго подумать, да, то может согласиться. Тоже хороший вопрос.
Но чтобы я никогда не решилась, ну, во-первых, пойти против себя, против своих принципов, против своих убеждений. А если это касается, ну, допустим, сцены, я не выйду на сцену полуголой. Я уважаю то, что мне даровал Всевышний. Я ценю это, и я ценю... То есть я, допустим, думала о том, что если бы мне предложили сняться в кино, и там была бы постельная сцена, я бы попросила дублера. А как же отдаваться, вот вы ранее упоминали, отдаваться искусству полностью? Разве это не относится к этому? Ну, я думаю, что постельная сцена, она может быть красивой и идентичной. Это не есть то, что я заплакала в кадре, или то, что это мои... Мои настоящие эмоции должны быть на протяжении всего фильма, как я прорабатывала роль, как я изначально вижу, и какая сверхзадача состоит именно в моем персонаже, а не в постельной сцене. Заметьте, она даже паузу Эльмира делает перед словом «постельная сцена». Да. Даже в этом смущать мне очень приятно. Вот, в данном случае отдаваться эту прерогативу отдайте дублеру. Ну, есть же дублеры, каскадеры. Почему? Нет, понимаешь, если бы я была бы Джеки Чаном, было бы интересно скакать и прыгать как паркур, ну, возможно. Но это же тоже... Другие люди тоже должны работать. Должны зарабатывать. Конечно. Вопрос, пожалуйста, встали. Здравствуйте, меня зовут Аделина, я студентка первого курса и хочу задать вопрос. Вот вы сказали, что человек должен думать наперед. Какая ваша дальнейшая цель? Вы уже были на радио, кино, что хотите дальше? Я хочу семью и хочу детей. Для вас это самое главное. А в плане творчества? В плане творчества, я вот тут в Лейпциге была, мне один концертный зал очень понравился. Я мечтаю, чтобы у меня состоялся там концерт сольный. Спасибо. Вот, пожалуйста, передайте еще девушку у нас наверх микрофон. Такой тур по Европе. Здравствуйте, меня зовут Алина. Я бы вот хотела вернуться к вопросу Аделины. Вы сказали, что вы хотите детей. Разрешили бы вы своему ребенку связать свою жизнь с творчеством? Конечно. Во-первых, ребенок должен расти в свободе выбора в первую очередь. Задача родителя грамотно направлять и показывать, что жизнь не состоит только из черного и белого. И в любом случае все ошибки он должен пройти сам. Как мама, как папа, они не могут за нас прожить нашу жизнь. И это его право. И Всевышний даровал то, чего никто у нас не отнимет. Это наша воля. И если человек этого захотел, то значит он должен попробовать это сделать, но... знать, что после этого будут какие-то последствия. И еще один вопрос. Подожди секундочку, а как же те самые жуткие истории про шоу-бизнес? Это один сплошный вертеп. Ну, я же как-то живу. Ну, во-первых, начнем с того, что я в любом случае не вхожу в ту коалицию шоу-бизнеса, которую вы видите, да. Я как бы в ней и в то же время не с ней. Я рада, что наши пути пересекаются, но вот у меня директор, она постоянно со мной воюет в этом отношении. Говорит, Эльмира, нам надо сходить на это мероприятие, нам нужно сходить туда. Да, это наша работа, но мы вправе выбирать, куда нам идти. На кинопремьеры? Пожалуйста, с удовольствием. На какие-то встречи творческие? С удовольствием. Ну... вот как-то так и живем. Мне кажется, самое главное, чтобы рядом окружали тебя верные люди, и ты сам внутри чувствуешь, искренен человек с тобой или нет. И если даже ты понимаешь, что с этим человеком тебе нужно общаться, но тебе это не совсем приятно, наверное, нужно быть...
в этом отношении, как наблюдатель, да, не уходить сердцем, головой именно в эту ситуацию, а просто наблюдать и делать последующие действия именно со стороны наблюдателя. Спасибо. Я еще один вопрос. Какое ваше отношение к татарской эстраде? Я слышала, что вы не очень довольны ею, то, о чем поют и так далее. А вы довольны эстрадой нашей? Можете вы мне ответить, потом я вам отвечу. Да, у меня был тот момент, как раз-таки связан с социальными сетями. Я уже давно рассказывала, что я приехала, это было года 4 назад. Я приехала домой, играл татарский канал телевизионный. И тут у меня ассорти такое вышло, что почему-то мужчина был с блестящим лаком на голове, певец. Я не говорю по поводу уже о том, что поется все это под фонограмму, но тенденция изменилась в лучшую сторону. Посмотрите, как красиво сейчас у нас вообще выглядят наши артисты. Все с макияжем, с прической, все продумывают свой костюм. И продумывают тексты песен. Я знаю, что очень много певцов участвуют в написании аранжировки. То есть они вносят какие-то свои коррективы, желания. Все это происходит сейчас немножечко иначе. И не заметить это невозможно. Во-вторых, как бы по-разному не относились к фестивалю «Узгарешили», «Ветер перемен», но лед-то тронулся. Людям начали показывать, что наша музыка татарская может звучать иначе. Другое дело, что есть чувство меры, когда татарскую национальную песню тем или иным способом начинают, ну, как бы трансформировать в джаз. Это хорошо, но в меру. Нужно прекрасно понимать, что у нас своя история, у нас свой язык, у нас свой менталитет. И самое главное, не потерять вот это зерно и донести, как для татарского зрителя, чтобы мы воспитывали наше новое поколение. Но у нас есть интернет, так что у каждого человека есть выбор. Если он хочет слушать эту музыку, он ее слушает, не хочет слушать другую. Поэтому я считаю, что тенденция пошла в хорошую сторону. Уточнение, прежде чем услышим ответ теперь уже от вас. А вот тот самый сорвавший номер, сорвавший безумные овации в Европе, да, там вот с Майклом Джексоном, татарской да. песней, мы его вообще имеем шанс услышать в Казани? Или в интернете где-то? Да, я планирую, что его обязательно мы хотим записать. Я предлагала этот номер на одно выступление, но мне ответили, что наша публика не поймет. Я не буду с этим бороться, честно. Я это просто потихоньку сделаю, выставлю в социальные сети, в интернет. Я буду использовать это на своем сольном концерте. Это произведение будет звучать на концерте в сольном в Кувейте 26 ноября. И даже если мне не разрешают, то есть люди, которые совершенно некомпетентны в этом отношении, которые как раз-таки решают, что будет слушать зритель, ну, я пойду другим путем. Мы будем очень ждать этого. Я правильно услышал, что в Кувейте это поймут, а здесь кто-то считает, что это не поймут? В Кувейте о том, что буду петь, решаю только я. Ага. Это главный определяющий момент. Организаторы, настолько я их очень люблю и уважаю, что они не вникают в это. Они оставили это именно на сторону музыкантов. Они решают организационные вопросы, они решают финансовые вопросы и работу как раз-таки с журналистами. Вот. В мою работу они не влезают. Спасибо. Ответ. Самой-то нравится? Да. Я не могу сказать, что я недовольна татарской эстрадой. Бывают такие дни, когда я слушаю ее, но бывают моменты, когда я просто слушаю ваши композиции. Например, Ильса Ахузина, да. Айгуль Хайри. Они же поют не то, что поют именно в татарской эстраде. Они поют как-то по-другому, все равно другое. И, наверное, никто здесь, наверное, не слушает таких.
Вы сами слушаете, да, вроде? Вы же говорили про них, то что вот почему их не слушают, а слушают вот эту вот фонограмму, как вы выразились? Вы знаете, есть такой момент. У каждого артиста есть степень... Ой, мы очень скромные вообще. И те, кто делает, ну, допустим, Илюса, Айгуль, Хайри, девушки, они очень скромные. И всегда думают, что они чего-то не доделали. Даже пойти на радио и отдать свою песню, ну, ты один раз отдашь, тебе скажут нет. Второй раз пойдешь, тебе скажут нет. А мы творческие люди очень ранимые. Поэтому рядом должен стоять человек, который говорит, нет, ты пойдешь и отдашь. Не в пятый, так в десятый раз возьмут песню. А люди, которые создают очень быстро какие-то продукты, да, они, понятное дело, что и срок годности у них очень такой маленький. Вот. И им не стоит ничего пойти и сказать, возьмите меня. Как Елена Воробей говорит, возьмите меня в балет. Вот. Наглость – второе счастье. Я хотела уточнить вот по поводу вкрапления песни Майкла Джексона, да, в ваше выступление. Нет ли в этом нарушения авторских прав? Ну, если со стороны закона, если мы выпускаем эту песню в цифровом формате, то, конечно же, нужно обязательно обговаривать авторские права и этот сегмент с правообладателями. Но если мы берем это в концертную программу просто как попури, мы не нарушаем прав. Наша задача была... Ну, во-первых, она была спонтанная, во-вторых, мы поняли, что насколько татарская музыка находится на том же мировом уровне, что и Майкл Джексон, что наша татарская народная музыка может быть наравне. Главное – это красиво подать, грамотно подать. И еще один вопрос. Поддерживаете ли вы отношения со своими соперниками и наставницей шоу «Голос»? Ну, соперников у меня в моем первом сезоне не было. Это не громогласные слова, это просто факты о том, что я говорю, что у нас так таковой конкуренции, как в других конкурсах, на первом «Голосе» ее не было. У нас у каждого была своя задача, и каждый работал, ну, над своей работой. Тавтология получилась, ну, вы меня поняли. Я очень дружу с Настей Спиридоновой. Я ездила, поддерживала ее в ее родной город, Великие Луки. У нее был первый сольный концерт там. Я приехала ее поддержать. Мы очень дружим с Маргаритой Пазаян. Мы общаемся с Диной Гариповой. То есть у нас есть общий чат, где мы иногда просто можем пожелать друг другу хорошего дня. Что касается наставницы, закончился проект и закончилась наша совместная работа. Я ей очень благодарна, потому что то, что так, как она сумела преподнести меня как артиста, то, как она смогла грамотно подобрать мне репертуар и раскрыть меня, это, конечно, ей низкий поклон. Ну, задача наша как бы была выполнена, и дальше каждый пошел своим путем. Кстати, вот маленькая ремарка, да, вот Дину Гарипову вы сейчас вспомнили, интересный момент, да, Дина Гарипова из журналистики, наша выпускница, да, двинулась на большую сцену, а вы большую сцену сегодня совмещаете уже с журналистикой. Это говорит лишний раз о том, что мы все-таки родственники, то, о чем я начал, да, не зря нам раньше звания давали одинаковые, да, заслуженный работник культуры и так далее. Это так деталь для тех, спасибо, кто не знает. Пожалуйста. А еще хотела узнать у вас о вашем отношении к детскому голосу. Детский голос. Хорошая передача. Показывает, что талантов у нас огромное количество. И что, ну, я вот, допустим, смотрю, я в 12, в 11 лет я так не пела. Ну, вообще, дети просто феноменальные. У меня сначала было неоднозначное отношение к этому, я уже об этом высказывалась, потому что не все дети готовы морально принять, что им могут сказать «нет». Ну и вообще взрослому человеку, любому, сложно услышать, что «нет, мы возьмем другого человека».
И тут главная задача родителя – поддержать ребенка, сказать, что это всего лишь игра, что это не конец света. Просто меня умиляют моменты, когда я вижу, что родители в обморок падают. А вы знаете, как они кричат потом на детей своих, что они не прошли? Ну разве это? Да. И мне очень жаль. Мне очень жаль этих людей, которые думают, что только благодаря этому проекту что-то получится в их жизни, в жизни детей. Мне кажется, что все должно идти постепенно. Да, безусловно, это та площадка, благодаря которой узнают о феноменальных возможностях, о том, что действительно наша страна полна талантами. Но когда ты заходишь в гримерку, увидишь ребенка, у которого свой телохранитель, а потом еще и выйдете отсюда, и будет ли у меня визажист и так далее, ребенок начинает играть в игру взрослого человека. Но какие-то немножечко сложные, возможно, ложные ценности закладываются. Потому что сейчас почему-то каждый хочет петь, каждый хочет выйти на сцену. Но сверхзадача их немножечко другая. У меня был один товарищ, который говорит, мне бы вот, чтобы меня показали на голосе, я бы на корпоративах там чуть поднял цену. Вот вам и ответ. А дети становятся зачастую разменной монетой. Очень многие родители, это их выбор. Да, это, конечно же, хороший заработок, но очень важно ребенка поддержать и сказать, что жизнь, она другая немножечко, и что бывают разные ситуации. Я очень хорошо знакома с Саидой Мухаммедзяновой. Вот у них потрясающая семья. Она ездила со мной тур по Татарстану. Ребенок чудо. Во-первых, она талантливая. Во-вторых, за все это время я ни разу не услышала, что ей что-то не нравится, или что она устала, или что ей нужно там, не знаю, воды. Все было настолько очень спокойно, по-взрослому. И музыканты прониклись к ней таким уважением. И это огромное спасибо, конечно, родителям. Потому что все идет из семьи определенно. Спасибо. Так, секундочку. Вот сейчас вы задаете вопрос, потом вот сюда, хорошо? Добрый день. Меня зовут Юрчик Лолита. Я студентка первого курса направления телевидения. И у меня к вам такой вопрос. Считается, что у славы есть и другая, обратная сторона. Многие становятся зависимы от нее и боятся ее потерять. Вот как вы считаете, по вашему мнению? По моему мнению, что? Вот так ли это, что становятся зависимы люди от славы и боятся ее потерять? Боитесь ли вы потерять славу? Да. Хотите ли вы золотой унитаз, в конце концов? Понимаете, золотой унитаз, он такой же унитаз, как и обычный. И функция у него вот такая же, как и у обычного унитаза. Да, естественно, мы видим, что очень многие люди зависимы от этого, безусловно. Этот мир очень притягательный, он очень неоднозначный, и главное выдержать и пройти эти медные трубы, чтобы человека не занесло. Потому что в погоне за красивой жизнью, в погоне за успехом, человек теряет себя. Почему мы видим очень много ситуаций, когда артисты спиваются, актеры, да, уходят в какие-то другие зависимости, потому что человек не справляется, эмоционально не справляется, человек не готов к потерям. Возможно, это неправильные установки наши, да, что мы всегда должны быть лучше, быстрее, сильнее, выше. Но главное в другом. Во-первых, найти себя.
кто ты есть в этом мире и что ты можешь сделать для того, чтобы этот мир стал лучше. Мне очень многие задавали вопрос, что вот мусульманство запрещает выход на сцену. Я озадачилась этим вопросом. А мне посчастливилось задать этот вопрос одному большому, великому человеку, на мой взгляд. Это суфий Музафар Хаджи, зовут его. И я его спросила, говорю: «Музафар Хаджи, как? Вот есть такое убеждение». А этот человек знает Коран наизусть, он знает его интерпретацию в 140 видах. Этот человек был муфтием 40 мечетей по всему миру. И он мне сказал такую вещь, что Эльмира, когда Всевышний создавал Вселенную, звучала музыка. Звучат аплодисменты, мне кажется, очень хорошо. Что благодаря какой-то песне, благодаря каким-то словам, благодаря просмотренному кино, если человек способен на то, чтобы даже постараться изменить что-то в своей жизни к лучшему, ну, это обобщенно, да, не это ли счастье? Поэтому быть зависимым от успеха – такая очень коварная штука. Всегда нужно понимать, что а завтра этого может и не быть. Но главное, есть любимое дело, которое тебя всегда спасает в любых ситуациях. Спасибо. У нас завершается буквально через 10-15 минут наш эфир. Я поэтому, друзья, давайте вот три завершающих вопроса, они есть. Здесь, здесь и вот наверху. Быстренько, ударненько закончим красиво. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я на первом курсе телевидения. И я хотела бы немножечко отвлечься. Расскажите, пожалуйста, как ваши родители, близкие родственники, лучшие друзья отреагировали на то, что вы сказали, вот я иду по такому-то пути творчества, как они вас поддерживают и до сих пор ли? Просто какие-нибудь интересные ситуации, расскажите. Ну, родители меня, во-первых, я воспитана в очень консервативных условиях, установках, но мои родители всегда давали мне право выбора. Поначалу было сложно вообще, чтобы я пошла по музыкальной части, потому что мы жили на одном конце города, а музыкальная школа была в другом конце города. Но судьба свершилась так, что в этот год мы переехали как раз-таки в 5 минутах ходьбы от музыкальной школы. И родители просто занимались нами. Мой брат ходил и на боевые приемы борьбы, и на карате, и музыкой занимался, и в спецшколе он учился по английскому языку. То есть просто нас любили. И никогда не ставили нам сверхзадачу, что все, ты будешь артисткой. Вот я составила тебе план. Я точно знаю, что вот так ты будешь счастлив. У нас были свои установки. Хорошо учиться, развиваться, читать, заниматься собой. Я могу сказать, что уроки со мной делал брат. Мы с ним друзья. И родители по сей день... Во-первых, они приняли наш путь. Во-вторых, никогда не было запретов в том, что «Ой, коварная эта дорога, не иди туда». Волков боятся в лес не ходить. Вообще, любые подводные камни, они есть и в различных сферах, и в вашей сфере, и, не знаю, и в офисной. Но везде есть какие-то моменты свои. Мы от этого не застрахованы, точнее, мы не застрахованы от того, что нас обойдет та или иная ситуация. Каждый из нас набирается опыта, и поэтому я очень благодарна родителям, что, во-первых, они и серьезно, и несерьезно относились к нашим увлечениям, но самое главное установка была довести дело до конца. Мой брат хотел бросить музыкальную школу, но родители сказали ему, что «Эльдар, ты мужчина, ты человек, если ты за все, за что-то взялся, это нужно доводить до конца, иначе вся твоя жизнь будет напополам». Так что он закончил музыкальную школу со слезами на глазах, на баяне, но
Зато он начал писать стихи, рисовать картины, защитил кандидатскую вообще по части, он стал кандидатом технических наук, человек, который преподает сопромат, человек, который помогает мне в управлении нашим заведением. То есть это человек, который настолько разносторонне развит, что ну, я им восхищаюсь. Он даже посуду моет лучше, чем я. Я возвращаюсь к теме проекта «Шоу Голос». А не хотели ли вы попробовать себя в роли наставницы? Свят-свят. Что вы? Нет, это, конечно, если рассматривать с точки зрения пиара, конечно, это, безусловно, ну, такой скачок. Тебя будут видеть каждую неделю на протяжении там, полугода. Будут рейтинги. Мне кажется, это морально так тяжело. Ты как участник внутри, да, ты становишься сильнее, но и с какой-то стороны наступает какое-то такое моральное истощение, что я, допустим, только на нервах потеряла голос на финале. И только благодаря фониатору и вливаниям, и хвала небесам, я спела. Потому что, когда мы репетировали перед прямым эфиром, у меня голос срывался вообще, то есть я не могла петь. И для наставников это огромная работа. Невозможно быть равнодушным. Невозможно ставить себе установки, что я не буду на это реагировать. Ты все равно будешь реагировать. А уж как там в детском голосе, это же... Если со взрослым человеком можно поговорить и что-то объяснить, а дети? Дети же плачут. Я пока не готова к этому. Спасибо. Завершающий вопрос. Микрофон передали? Здравствуйте, меня зовут Архипова Дарья, я студентка второго курса журналистики, и у меня к вам такой вопрос. Вы задумывались ли вы когда-нибудь о том, какая могла стать ваша жизнь, не участвуя в «Голосе»? И пробовали бы вы себя в роли журналиста или работать на радио? Вот и скажите прям, кроме как журналистом, не мечтал никем быть. И вот такой красивый финал. Причем ответ почти подсказан, да? А на самом деле, ну, да. Ну, во-первых, я считаю, что... Я задумывалась об этом. Я думала, что... Вы можете присаживаться. В ногах, правда, нет. Что если бы не случился проект «Голос», что бы со мной было? Я в любом случае бы что-то нашла. Ну, обязательно. Потому что жизнь так складывалась, что, поступая в нефтехимический институт, меня жизнь все равно привела в консерваторию. Потом, как бы я ни старалась там, быть более камерным человеком, да, жизнь мне преподносит какие-то возможности, что ну, невозможно от них отказаться. Нужно пользоваться тем, что дает Вселенная. И я считаю, что каждый человек, по сути, он журналист. Потому что мы общаемся, мы всегда узнаем интересную информацию. Мы интерпретируем ее по-своему. И главное, то, какие выводы ты сделаешь из общения, да и вообще из жизни. Поэтому я считаю, что каждый из нас журналист, и он должен быть профессионалом и любить свое дело, и любить вообще жизнь. Спасибо. У нас еще один, самый последний, вот, да, действительно, да, вопрос, пожалуйста. Это первый курс. На каждом мастер-классе, в котором я была, каждый спикер говорил напутственные слова. И вот мой завершающий вопрос. Это какие бы напутственные слова вы могли бы сказать нам, журналистам? Не обижайте звезд, например, так вот, нет? Ну, во-первых, мне уже немало лет, я могу вам сказать, что время – это самое ценное, что у нас есть. И мне иногда грустно становится, что я, допустим, в школе не прочитала ту или иную книгу. То есть сейчас я могла бы иметь в запасе побольше информации. Я хочу пожелать вам, чтобы вы ценили свое время, чтобы вы получали информацию от любого человека, который сидит рядом с вами, чтобы вас окружали профессиональные люди, чтобы вы тянулись к этому, чтобы ваше мастерство росло с каждым днем, чтобы вы совершенствовались, чтобы вы были
здесь и сейчас. И от этого зависит очень много в нашей жизни. Если вы будете здесь и сейчас, вы точно будете знать, что будет завтра. И побольше вам хороших людей, побольше вам хороших интервью, чтобы вы всегда радовались, чтобы ваша работа вам всегда была в радость, чтобы она была вашей любимой, чтобы она вас спасала, помогала, кормила, вдохновляла. И знайте, что мир прекрасен, и чтобы все ваши мечты сбывались.